Добрый день. Ездил сегодня за ленточным полотном, ну, для пилки, то что с мелким зубом не пиляет. А вот с таким пиляет. Прекрасно. И недорогое, но зуб тут шестерка, по-моему. И наделили мужики добром таким. Ну, добро хорошее, только ж, ну, сколько раз я его пробовал выгнуть овалом, ну, оно лопается, если оно сама по себе, чуть-чуть, это ж уже все не годится для пилорамы. И она трескается. Ну, режет собака, он тупая хорошо. А если еще наточить, и вот это выгнул, он, видите, как, ни одной ямочки нет. Ни трещинки, ничего. А вот таким макаром мужикам, конечно, пригодится. Женщины смеются, говорят, что малые дети. Ну а что ж малые дети, мужику цаца попало. Пошли. Так, молоко есть. Это баллончик со спасательного жилета. Тут сталь мягкая, она не шкрябает. Ну, и можно выбить. Ну, трубку не нашел чистую, а нашел, ну, какая есть, ржавая. Чуть-чуть он выгнул. В тисках пробовали гнуть вот так две трубки, лопается. И эллипса идеального нету. А тут делаем так, чистой же пописанной. Да, чисто сюда. Если посветить, забито до конца пластинки. А теперь выбить ее, и сфера будет идеальная. Теперь берем трубочку на 0,5 дюйма. Ровненько вот это обрезать, это наискось, чтобы в ручку, ни скола, ничего нет. И она ж режет, сталь легкая, даже эту можно на ручку, а вот эту отрезать до вот этих частей, или наоборот, чуть-чуть не добил до конца. Можно еще раз пройтись. Ну, вот так получается, видите, ровненько. Края еще снять можно, вот так убрать под ручку. И можно рыбу вырезать. Хоть на косяки, хоть на что угодно можно пустить. Не закаливать ничего не надо, она сталь режет. Это от металла пилка. А это от дерева. Все, чем хотел поделиться. Вот это что получилось. Одну. Заточил, на ручку посадил. Ни канавок, ничего нету.
Это просто шкуркой заточил, без войлока, без ничего. Войлок там двигатель сгорел. Не надо делать. Ну, по весу заводская тяжелее. Это легче. Ну, не знаю, рыбы он будем вырезать. Посмотрим. Ну, кромкой он сколько и молотком стучал, не загибается. Поживем, увидим. Ну, денег оно не съело. Ну, немножко удовольствия получил. Это ж от этого полотна. А с этого еще крепче будет, потому что это по металлу. Это по дереву, а это по металлу пилы. Ну, эти надо, ручек нету. Эти еще крепче, это тупая режет. Не заточенная. А заточить-то вообще бритва будет. Вот это так, мужикам будет это интересно. Сколько пробовал калить закалкой, ничего у меня не получается хорошего. Все выкину. То осминаю, то перекалю, то не докалю. И последнее время стараюсь закалку не трогать. Вот эти стамески поделал, которыми работаю сейчас. Ну, выбрал камушком, тоже войлок они еще не видели. С ножей. Что в мясных цехах кости рубают. Они лопаются. Мне хлопцы принесли из, ну, то, что отходы уже поломанные. Болгаркой аккуратно вырезать, чтобы не нагревать металл. Не закаливал ничего. Ну, это вообще. Им цены нету. По сравнению с вот этой фирменной, я за нее отдал дорого. Да хрень. Без конца ее точить надо. Вот все. Ну, больше мне такого не попадалось. Это вот такой нож, вот так как сабля полу. Ну, он небольшой, квадратный. Ну, если кости рубает, дерево режет. А сейчас попробуем сделать с этой стали. Это другая сталь. Гораздо толще. Ну, размотать ее я не рискну. Были руки поотрезают. Сейчас отрежу кусочек и попробуем, сможем мы ее пробить. Ну, она вон, если так это посмотреть, она потрескана. Ну, выберем сейчас, где такой целый кусок без трещин, и попробуем пропихнуть ее через трубу. Вот я отрезал кусочек, вот так обточил зубья. Ну, и это попробуем пробить. Тут же они есть такие пилы, что полотно есть, ну, такое более мягкое, зубья одни каленые. По дереву в основном зубья есть, те, что по металлу, вот такое вот черное. Я сделал пилочку, она полностью каленая, режет классно. Ну, и те хорошо режут. Ну, посмотрим, что с этой будет. Забили его. Теперь надо выбить и посмотреть, что получилось. Это взрослые занимаются детством.
Ну, вот видите, где трещина была, где оно потресканное. Там и треснуло. Ну, сейчас попробуем просто заточить, посмотрите, как сталь. А там можно выбрать кусочек, где меньше, где трещин нету, все-таки не треснуло. А где были, там и потрескалось. Вот это у нас получилось с этого полотна. Хорошая стамеска. Кромка не заворачивается. А вот это... Вот с этого. Это полностью не каленые не зубья, она цельный металл. Я так понял, вот так ездит вилка. Ну, вся, конечно, веселее. И сучок, и хоть бы хны. Ну, все тоже режет. Чуть-чуть есть. А вот это что получилось вот с этой у нас? Обточил ее, где потресканная. Получилась такая узенькая. Ну, заточил, конечно, на быструю руку. Оно еще не заточено путем. Ну, режет. Надо доводить еще. Режет. А вот это с этого маленького. Тоже таких маленьких, но не хватает. Мы так много, конечно, не захватываем, когда режем, но режет. Баловство. Ну, эту, конечно, гнул на уголке, и он что получилось. Она уже по ребру лопнула. Только надо пробивать вот так через трубу с мягким металлом. Режет все, ну... Не жилец. Значит, все. А это думал, получится, не получится. Взял молоток, пробил, оно что и получилось. Через ржавую трубу.
Так, работа стоит, не занимаемся никем, чем надо. Все, спасибо за внимание.